Лид, ну приезжай хоть на денек, что ли, я тебе Москву покажу. И мы сходим на Красную площадь. Да я перезвоню тебе, мать честная. Ой. Ой. Мам, доброе утро! Ты где? Да что такое? Ничего. Ну что, вон, кроссовки были грязные, сейчас стали чистые. Вот, стелька, видишь, слив закрыла. Я похож на человека, который просил стирать кроссовки? Ну, у тебя же, наверное, есть еще обувь? Что-то... Это любимая. Ну, одну обувь так долго носить нельзя. Да! Посмотри-ка. Да я не кричу. То есть я кричу, но не тебе. Что? Где утонул? Понял. Скинь адрес. Давай. Сегодня все яркие события происходят в ванне. Мам, блин! Где вся моя обувь? Она была в таком ужасном состоянии, что я всю собрала и унесла в ремонт. Ну, я ж не думала, что... Что решишь оставить меня без единой пары обуви? Это оказия незапланированная. Я сейчас что-нибудь придумаю. Знаешь, а давай... Ну, может... Если... Ну, давай... Явно женский, да? Женский очень, конечно. А бурки? Вот теплые мои бурки, посмотри. Сивки, бурки. Да, маловато. Маловато. Ну. Тебя только это смущает, мам? А, конечно. Здесь, сейчас. А ну-ка, вот. Ну, на 2-3 размера больше сюда покупай. Как такое можно было выкинуть? А? Ну как я сейчас вот это пойду сейчас? Артём! Мама! Я не повезу тебя в ремонт обуви. Пожалуйста, я опаздываю. Да какой ремонт обуви? Потом. Позже все. Мам! Да что ты? Я не понял, ты куда собралась? Тём, ну я с тобой. Я с тобой, понимаешь? Ну, позже не психуй, дай сказать. Вот в прошлый раз видение у меня появилось прямо на месте преступления. И это, наверное, не случайность. Вдруг они у меня теперь постоянно будут появляться. Мам, прекрати. Если у меня не будет видения, вопрос отпадет просто сам собой. Мама, вопрос отпал уже сам собой. У тебя нет никаких видений, со мной ты не едешь. Выходи. Артём, я хочу тебе помочь. Мы только проверим. Не надо ничего проверять. Хочешь помочь? Решить ту проблему, которую ты сама создала. Артём, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. У меня все было хорошо, пока ты не постирала мне мои кроссовки. Да блин, куплю я тебе эти кроссовки. Вот какой у меня размер? Ну ты что начинаешь-то? Ну какой? Ну, наверное, размер то, что я, значит, все. Ну вот, все, что сдурел, и требовалось доказать. Сдурел, сдурел, давай. Нет, мать честная, ты сдурел. Вот. Сыночка, я просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Так езжай домой, достала. Красный горит, баран, для кого? Ты обалдел, что ли? Кто? Баран, куда баран, едешь? Да ты на красный идешь! Вот! Еще и на велосипеде. Утро баранов каких-то. Да, Соф. Мы уже даже поспорили, когда ты приедешь. Если ты хочешь, чтобы я не проиграла, тебе и здесь минут. Это все мама. Какая мама? Да, ко мне мама внезапно приехала. У тебя есть мама? Соф, она у всех есть. А, да, конечно. Я думала, она умерла. Просто мы уже работаем вместе уже полгода. Ты никогда о ней не говорил? И не планирую. Все, Соф, я буду через 5 минут. Давай. Потом вот корицу добавишь, это будет очень вкусно. Знаешь, вот здесь вот, наверное, вот тут. Вот тут вот остановись, вот, все. Вот. А потом уже тогда взобьешь, это будет такая вкуснота, не поверишь. Не забудь добавить там яйца и потом горчички чуть-чуть, ага. И молочко брызнешь. Все, давай, Андрюша, давай. Теща у тебя хорошая, как я. Давай.
Квартира, кстати, дорогая. И обстановка тоже. Хотя парень молодой, это, наверное, родительские деньги. Не удивлюсь, если у него в крови будет обнаружено большое количество алкоголя или наркотиков. Иначе зачем забираться в ванну в одежде? Судя по состоянию ноздрей, наркотики обнаружатся точно. А время смерти около 6 утра. Угу. Не ложился, видимо, всю ночь. Ну вот. Он просто переборщил, решил освежиться, залез в ванну, не рассчитал, уснул и захлебнулся. Несчастный случай, дело закрыто. Быстров на бумажке. Боюсь тебя расстроить, но захлебнуться ему точно помогли. Ну, вскрытие покажет. Прикинь, Быстров к маме приехала. У него что, мама есть? Я думала, она умерла давно. Я с ней даже не познакомлю. Алло? Да, я поняла. Хорошо. Хорошо, сейчас спущусь. Там мать погибшего приехала, надо допросить. Появится Быстров, напишу тебе. Угу. А что здесь происходит? А вот, давай кухню отфотографируем еще. Работаем. С диванчика пальчики еще. Ты кто такая вообще, а? Это что такое? Господи. Какой молодюренький. Все, Сим. Антон! Чё ты там прячешься? Сюда иди! Ты чё лыбишься, а? Ты нищебродка, в МФЦ давай очередь за пособием занимай! Капитан Еременко, Следственный комитет. Следственный? Мертв. Когда вы видели его в последний раз? Неделю назад. Может, больше. Он постоянно сливался. Я занят. А вчера его в клубе с какой-то тёлкой видели. Нормально? Что-то я не понимаю. А что не работает? Почему не работает? Так, была скамейка. Хотела, не было. Дело не в теле. Я слышала, конечно, что мужская мода развивается в интересном направлении, но чтобы настолько...
сказала, помоги. А вы кто? А в чем дело? Что вы здесь делаете? Я что здесь делаю? Что я здесь делаю? Я из управления. Обычная рутинная проверка, не обращайте внимания, работайте. А что, теперь на месте преступления нужно халаты носить? Недостаточно перчаток, масок? У нас в управлении все по форме. Все. А у вас не знаю. А где ваше удостоверение? А ваше удостоверение где? В куртке. Прекрасно. Бегите к куртке, несите удостоверение. Там мать убитого приехала. Я пойду к ней. А детали тебе Софа расскажет. Погоди. Ты пока камеры запроси, а я тут быстренько осмотрюсь и с матерью вместе поговорим. Ладно? Куда идти? Пойдем. Пойдем, показывай, где он. Здорово. Интересный выбор. А? А, да это мама. Неважно. Все-таки странно, что ты никогда про нее не рассказывал. Да она такая у меня специфическая. Мы не общались особо. Че пожертвовать? Личность установили? Антон Федосов, адвокат, 25 лет. Хороший новость в том, что я знаю, как его убили. Ну-ка. Следы от электрошокера? Именно. Причем профессионального, как при разгоне демонстрантов. Итак, жертву сначала обездвижили ударом электрошокера, а потом затащили в ванну и включили воду. То есть его даже не пришлось топить, он парализованный, задыхался медленно. Понятно. Пойдем квартиру мне покажешь. Так он в сознании был? Да, вполне возможно. А это кто такая? Да это из управления. Ой, я вам забыла удостоверение показать. А, из управления, говоришь? Ну, пойду познакомлюсь. Здравствуйте. Ну как, вас устраивают наши следственные мероприятия? Сними этот наряд, что ты вырядилась как клоун? Ты вообще посмела сюда прийти? Я тебе четко сказал, мам. Артем, у меня опять было видение. Опять, понимаешь? Это уже во второй раз, это уже не случайность. Это закономерность. Через меня к тебе идет информация, ты понимаешь? Надо этим пользоваться, Артем. Все, все, мам, давай, все. Нет, подожди. Убийца, скорее всего, работал так. На скорой. Угу. И отдыхал на Индийском океане. На Индийском? Да, да. Не на Тихом? Нет. А, может, на Северном Ледовитом? А не в психушке, мам. Артем, он отдыхал на Индийском океане. И если ты мне опять не веришь, я займусь расследованием сама. Вот только попробуй. Попробуй. Расследовать пошла? Обувь тебе покупать пошла. Спасибо всем. До свидания. На, попей водички. Бери, бери. Ты держись. Я больше не нужна. Нет, спасибо. Может, чайку? Нет, спасибо. Ну, я на всякий случай подставлю. Если что, я здесь. Хорошо, спасибо. Закончил с красным дипломом. Пока учился, работал в адвокатской конторе. А уж потом, когда закончил, развернулся. Он очень хороший адвокат. У него столько удачных дел. Да, мы обязательно ознакомимся с его делами. А какие у него были отношения с алкоголем? Может быть, наркотики проскакивали? Сейчас это часто. Вы извините, пожалуйста. Старший лейтенант Быстров у нас очень любит срезать углы. Нет, нет, нет. Антоша был весь нацелен на карьеру. Он безумно боялся подвести отца. А кто у нас отец? Андрей Валерьевич. Федосов, глава окружной прокуратуры. А девушку его вы знали? Нет, было у него никакой девушки. Во всяком случае, ничего серьезного. Ну, как вы думаете, кто это мог сделать? Может, у него были какие-то враги? Успешным людям всегда завидуют. Наверное, были. Татьяна Ильич, вы же сами попросили побыстрее. Вы знаете, как сказали, мы сразу в работу. Ее отправили, там два мастера работают над ними, да? Там что-то отклеили, уже надо приклеивать. Лекалы снимали, чтобы стельки поставить.
Там раньше, чем завтрашнего вечера, не получится, честно. А какого они были размера? А 43-го. Спасибо, Каранджан. Завтра приду, нас же поточишь. Всегда, пожалуйста, обязательно. Бесплатно. Обязательно. Ой, шикарные. Я возьму. Хорошо. Ага. По карте или наличкой? По карте. Ну что, все распечатал? Хорошие фотографии. У меня сын в Следственном комитете работает. Принтер у них сломался, вот попросил распечатать. А вы что, не верите, что ли? Мне что, его сюда пригласить, чтобы он сказал, что это правда? Ну ладно, я шучу. Ой, вот это полароид у вас, да? Сразу фотографии. Дайте посмотреть. Ого, хорошенький. Беру. Это что такое? Ты дома, что ли? Тём! Артём? Мама Артема. А вы кто? Ой, я не знала, что у Артема Дмитриевича мама есть. Он не рассказывал. Я так рада. Не надо. Вы кто? Я Нина. А, вы Нина. Вы домработница, которая к родне поехала? Я помощница по хозяйству. А, понятно. Нина помощница по хозяйству. Все. Больше Артему Дмитриевичу помогать не надо. Давайте. В каком смысле? В прямом смысле все. Идите. Давайте. Все. Котлеты. Котлеты сама сделаю, давайте. Ну, Артем Дмитриевич любит, чтобы не рыхлые. Я знаю, какие котлеты любит мой сын. Идите, Нина, ну, идите. Хорошо. Что? Я не поняла, мне завтра тоже не приходить? Нина, не завтра, не послезавтра. Все, Нина, все. Артем Дмитриевич. А Артема Дмитриевича приехала мама. Да. Мама, это святое. Тем более, давайте. Жили душа в душу 2 года. Наехала, ждали ее. Уж хорошо было. Ведь такой мальчик хороший. Мир дому вашему! Кошмар. Жертва Антон Федосов, адвокат, 25 лет. Убийца парализовал его разрядом электрошокера, положил в ванну, включил воду и ушел. Тело обнаружили соседи, их залило, а Антон не отвечал. Пришлось вызывать управляющую компанию, так как уже по этажам пошло. Зашли, а там труп. Федосов жил один, но был в очень хороших и близких отношениях с родителями и младшей сестрой. Несколько раз в неделю бывал у них в гостях. Отец – главный прокурор округа. Судя по словам матери, Антон был весь гружен в работу. Ни девушки, ни постоянных друзей у него не было, но было много непостоянных знакомых и очень вспыльчивых. Но благодаря самоотверженной работе вновь опоздавшего Быстрова... Да, дисциплинка у него хромает, конечно. Алиби вспыльчивых девушек подтвердилось. Накануне Антон был в клубе. Потом поехал домой в 4:30, был уже там, судя по геолокации телефона. Записи с камер я еще жду. У них там какая-то сложная система с выгрузкой данных. В первую очередь отрабатываем профессиональную линию.
Поднимаем все резонансные дела Федосова. Кто мог быть недоволен его работой, кто хотел отомстить и так далее. Но не мне вам объяснить. Протокола, конечно, нет. Это я так, из спортивного интереса. Есть. Пожалуйста. Это что такое? Да это последствия стихийного бедствия. О, симпатичненько. Весело так. Только на службу больше так не приходи. Есть. Кому? Здрасте. А что, все следователи уехали, что ли? Да только что. Да, ничего там на этажах-то не попереломали? Гиацинты-то ваши живые? Да нет, аккуратно все. Да? А вы гиацинты бы заметили? Заметила. Ты что, такую красоту не заметить? И так здорово придумали, что их много, и когда они вместе, прям стильно. И запах, конечно. Запах прямо обалденный. Молодец, молодец. Придумал. Как зовут-то? Ну, Татьяна. Серьезно? Я тоже Татьяна. Пьяный водитель сбил девушку. Что ты там застрял? На улице Смирнова, рядом с домом 23, водитель. Чё, реально нашел? В первой же папке? Он добился условного срока для явного подонка. Помнишь дело Булатова? Пьяный водитель сбил девушку. Она вроде осталась жива. Да, но она не вылезает из больниц. Ее отец, Павел Рассохин, возмущен слишком мягким приговором. Он работает водителем скорой помощи. Погнали. Что, замерз? Может, ты расскажешь про это? Мама всю обувь постирала и все кроссовки в ремонт сдала. Мама? Ребят, чего вы так все удивляетесь? Да, у меня есть мама. Приехала в гости. Сама в Екатеринбурге живет. Могла бы запомнить, откуда я родом. Мог бы и запомнить, что ты нас так и не познакомил. Я вообще думала, она умерла давно. Подожди, то есть ты теперь с мамой живешь? Не, ну а что, ну безрыбье. А что, сильным независимым женщинам неизвестна забота о родителях, а? Вообще-то они не молодеют. И наступает время, когда им становится нужна наша помощь. И любовь, и забота. Я Рассохин. Вы меня искали? Здравствуйте. Капитан Еременко, это старший лейтенант Быстров. Скажите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Ну, знаю. Это адвокат Булатова. Фамилию не помню. То ли Федотов, то ли Федосов. А в каких вы с ним отношениях? Он далеко пойдет. Уже не пойдет. Убили. О как. Ну, не могу сказать, что я расстроен. Где вы были сегодня в 6 утра? А, так вот я вам зачем понадобился. Да. Мы знаем, что вас смутил слишком мягкий приговор Булату. Может быть, вы решили, что Федосов свои связи поднял? Вы думаете, я с ним расправился? Я бы и водилу, и адвоката порезал на кусочки. Вот этими вот руками. Но ей это не поможет. А в 6 утра я дежурил. Проверяйте. Записи с камер пришли. Пришли. Хорошее тесто. Для покупных так просто шедевр. Здрасте. Здрасте. Видишь, рука легкая. Ну, угадывай, ладно, какая вкуснота. Ну, что там семья Федосова-то? Папочка-то у них известный. Может, ему хотели отомстить? Да, папа-то здесь не часто бывает. И потом, зачем им Антон? Если у него сестра есть.
Она юная совсем. Проще же ее похитить. Тань, что ты говоришь, типун тебе на язык? Ну, я это, теоретически. Да и Антон в последнее время был странненький. Странненький? В смысле странненький? Дерганный, зашуганный. Как не войдет все, оглядывается кругом. Дверь сзади хлопнет, так он подпрыгивает. Че так? А кто ж его знает чего? Я следователям сказала, пусть ищут. Она сказала. Ты что, не знаешь следователей? Даже своего носа им не интересно. Бывает такое. А давно Антон здесь живет? Да. Ну, года два назад как переехал. Раньше-то он в их старой квартире жил. На Урицкого. Ой. Трущобы трущобами. Бабка его в люди вышел. Ну и переехал в другую квартиру. А Антона, как взрослого, оставили жить самостоятельно. Ну, а потом и он приподнялся. И папа ему помог купить квартиру здесь, рядом с приличными людьми. Ну, не Рассохин это. Тем более у него есть алиби. Вызов на другом конце Москвы, он вообще не отлучался. Ясно. О, пришли данные по телефону жертвы. Ну-ка. Я есть хочу. Пойдем поедим быстро. Или ты теперь с собой очки от мамы носишь? Что там? За неделю до гибели ему звонил чувак по кличке Бомбей. И? Бомбей. Это же в Индии где-то, да? И что? Не хотелось бы, чтобы тут оказалась замешана Индия. Быстров, ты меня пугаешь. Сначала Крокс, а теперь Индия. Тебе, может, к врачу сходить, голову проверить? Ну, так, на всякий случай. Друг Антона, Бомбей. Можно о нем поподробнее? Бомбей? Боже, да это же совсем старая компания Антона из прошлой жизни. Все? Больше нечего добавить? О, это гопник, с которым он 100 лет не виделся. Виделся. А имя у него есть? Понятия не имею. Вась Лесовой. Когда это он с ним виделся? Да брось ты свой телефон. Неделю назад. Я слышала, как Антон с ним по телефону говорил, они стрелку забили. И он на нее пошел? Да. Они там, наверное, поругались, я не знаю. Антон, когда пришел, плакал. После этого он стал какой-то перепуганный. Все боялся, что за ним следят. Просил меня выйти посмотреть. И не говорил, кто за ним следит, но хоть какие-то подробности? Нет. Почему ты мне не рассказала? Он попросил. Все? Свидетель говорит, что он угрожал жертве. Надо брать. Я вызываю группу. Ничего не понимаю. 16-й корпус 2. Тут 12, а это вообще 21. Черт-те че, а? Где 12 теперь? Здрасте. Здрасте. А не подскажете, а где 12-й дом? 12А, 12-й снесли. В смысле снесли? Давно? Ну, уже лет 5, наверное, да? Кошмар. Ну, слушайте, ну ведь я нашла 21-й дом и нашла... И вот этот 16-й увидела, второе строение, а 12-го никак нет. А как такое может быть? Ну, ты идешь? Быстро!
Вы думаете, я ничего не делала? Еще как делала. Я и в областную перфектуру ходила, и самому мэру писала. Только это не надо никому. Вот и получается, что сносят старые дома в разнобой, а между ними многоэтажки пихают. Да, это да. Да. А чтобы о нумерации подумать, так никому и в голову не приходит. Вот и получается, что стоит 12А, а посреди них сразу же 21. Ну, вы-то уж привыкли, да? Мы-то да. Ну? А если кто в гости придет? Ну? А если скорая приедет? Ну, вспомни, скорая приехала, а дом найти не могла. Угу. А что дом-то уж не могли подсказать, что ли, где? Так поздно было. Да что ты, все не так рассказываешь. Слушайте меня. Да. В общем так, 12-й дом, ну тот, который вы искали. Да. В общем, там жила Людка. Угу. А у Людки дочка. Угу. Ну, студентка. Ну, она ее, конечно, поздно родила. Угу. Неизвестно от кого. Ну, неважно, неважно. Влада, тебе. И дальше? Вот. Так вот, у Людки сердце барахлило. Угу. И один раз так сердце это прихватило, что дочка Тонька ее скорую вызвала. Угу. Так вот, когда скорая приехала, а дом-то найти не смогла. Угу. И пошла потом Тонька эту скорую встречать. То ли они разминулись, то ли скорая не дождалась. Ну, не важно. И что, чем закончилось? Людка умерла. Кошмар. И девчонка одна осталась. Угу. Бедняжка просто, а? Тонька-то? Ну. Угу. Ой, не говорите, бедная девочка. Черная ходила вся. Ну, надо думать, если мать умерла. Да она мать похоронила, а потом сама куда-то съехала. Ой, ладно, слушайте, пойду, мне же еще в аптеку надо успеть. А погоди, погодите, погодите, у меня еще вот вопрос. Ну-ка, посмотрите, вот этого пацаненка не знаете? Ну-ка. Это ж Федосова, 45-й. Когда они съехали, не помнишь? Лет 5, наверное, назад. А пацан 2 года назад уехал. Антон, по-моему, звали. Точно Антон. Как его папаша дубасила, а помнишь? О, мама дорогая. Ой, не дай бог никому. А он потом на детворе отыгрывался. Да. Их трое дружков было. Ужасные ребята, вот ужасные. А как они Тоньку гоняли, помнишь? Да, я и к матери его ходила. Говорю, ну пацана-то своего как-то урезоньте. Так, где там яблоко от яблоньки? Это да. А вы говорите, их трое было? А вот тех двоих как звали? Я ему говорила, плохо кончишь. Вот он и допрыгался. Когда вы видели сына в последний раз? А у нас сегодня что? 4 февраля. А, ну тогда, значит, после Нового года, в январе. Я к нему заходила у нас с Витьком и Аркашей. Ну, бутылка не хватило, я взаймы у него. Просила. Вам вообще было на него наплевать? В смысле? Но он взрослый человек, у него своя жизнь. У меня своя жизнь. Ну, предположим, жизни у него никакой не будет. Ну, значит, судьба такая. Все под Богом ходим. Скажите, а почему Бомбей? Он что, в Индии бывал? В смысле, в Индии? Почему в Индии? Бомбей, потому что он прохожих на улице бомбил. Бомбей, бомбил. Мужчина, ты что, слов русских не знаешь? Где Индия? Где мой Васька? Индия, Васька. Васенька. Васенька, сыночек. Профессиональный электрошокер и метки на теле в том же самом месте. Видимо, у убийцы отработанное движение. Что-то еще интересное? В этот раз убийца выключил воду, когда жертва умерла. Поэтому соседи не пострадали. Понял. Спасибо. Пока. Белые? Нравится? Ой, я вот разве похож на человека, который носит белое? Ну, подожди, Тём, ну, мне казалось, ну... Мам, я похож на человека, который просил купить ему кроссовки? Ну, я... Тём... Мам, где моя старая, любимая, проверенная обувь?
Твоя старая проверенная любимая обувь вся развалилась. Там надо подклеить новые лекалы. Только к завтрашнему вечеру, если что, будут готовы. Там так двое рабочих работают, и то не успевают к завтрашнему дню. Я купила новые кроссовки 43-го размера. Я думала, скажу спасибо, мама. Это что такое? Это моя аналитика. Мам, я тебе сказал, как мне с тобой говорить, чтобы ты понимала? Как с тобой ты вот говоришь, чтобы ты понимал? Я тебе говорю, у меня видение, важная информация. Тебе все равно. И я решила все выяснить сама. Мам, не надо ничего выяснять. Потому что выяснять нечего. Ты пожилая женщина. Сам ты пожилая женщина. Вот чем твои вот эти женщины в твоем возрасте занимаются, я не знаю. Там убираются, полы моют, я не знаю, там варят еду какую-то, сериалы смотрят, в конце концов, но не лезут в мою жизнь и в мою работу. Тебе что, правда? Мне интересно, что я вижу. Нет. А там важные моменты. Артём, ну так нельзя, ну честное слово. Артём! Я занят. Да ничего ты не занят. Ты в детстве так, когда тебя обижали, запирался в туалете и сидел там. Тём, ну а что, слушай, тебе интересно? Ну, дай хоть знак какой-нибудь, что тебе интересно. Это что, значит, что ли? Короче, слушай, их было трое. И эти трое парней держали в страхе весь квартал. Один Антон, потом там был Мока и Бомбей. И они... Чего? Бомбея тоже нашли мертвым. Как? Вот так. Вот так, все. Остался живой только Мока. Ему сейчас грозит опасность. Если мы сейчас с тобой не будем торопиться, его просто прибьют. Мам, как я найду твоего Моку? Алексей Мокин! Алексей так. Мокин, давай. Ладно. Алло, пробей адрес Алексей Мокин. Да что там пробивать-то? Урицкая, 18, квартира 91. Отбой, есть адрес, сейчас я тебе вышлю. Слушай, бери ребят, я выезжаю. Мы можем успеть до того, как его убьют. Ага, давай. Давай, давай. Не вздумай. Все, смотри, вот. Все, все. Видишь, все. Вот. Все. Так, убьют сейчас парня, просто убьют! Здрасте. Всем стоять, работает следственный комитет! Дай посмотрю. Не, ну, да не трогай, только не трогай. Да не, все пройдет само, ну. Само пройдет, да, само. Сейчас вызываешь такси и едешь в травмпункт, а я пока отвезу задержанную. Ну, какая задержанная? Ну, девчонка совсем. Тонь, ты что натворила? Ну, что ты натворила? Так ведь маму не вернешь. И ведь жалко же тебя. Мы учились в одном классе. С Бомбеем, Антоном, Мокой. Они всегда уродами были. Их всех боялись, но никто ничего сделать не мог. Почему? Почему мне доставалось? Ну, я была высокая, такая худая, нескладная, еще и в очках. Таких любят травить. Могли мне на волосы плюнуть или сесть на уроки сзади и лифчик расстегнуть. Они меня Килькой называли. У меня фамилия Килина. Так у них самое любимое развлечение было пинать Кильку. После школы окружали меня кольцом, толкали друг другу, иногда ногами, и снимали это на видео. Вы обращались куда-нибудь? В полицию, к учителям? Ну, мама пыталась по наивности. И к учителям ходила. Даже унизилась до того, что Антона просила меня не трогать. Только хуже стало. Я думала, главное дожить до окончания школы, и все кончится. Глупая. Мы жили в одном дворе. Пройти домой каждый раз было квестом.
пацаны! На почту скорее! А потом случилось ужасное. Мам, я дома! Вызвала скорую. Она, конечно, заблудилась. У нас дурацкая нумерация. И я пошла ее искать. Гражданин Мокин, можете говорить. Бомбея в тот день днюха была. Ну, мы накатили. Хотелось развлекухи какой-то. Тут смотрим, Килька чешет куда-то. О, Килька плывет! Прям на... Лови! Я никого в жизни так не умоляла. У них же тоже матери есть. Но им было весело. Потом мне повезло. Бомбея позвали в какой-то клуб, и они ушли. Скорая, конечно, уехала. После похорон я продала квартиру и уехала. Я физически не могла там оставаться. Куда уехали? В Индию. В Индию? Хотелось покоя. Прожила там 5 лет. Потом уехала. Домой захотелось, на родину. Приехала. И чуть ли не первый, кого я увидела, был один из этих 3 уродов. Антон. Холёный такой. Адвокатом стал. Все у него хорошо. А у меня от всей моей жизни осталась только мамина могила. И вы решили наказать виновных? Где вы взяли профессиональный электрошокер? Я обычный купила. Потом нашла чувака, он его переделал на высокую мощность. Потом выследила всех 3. Ну и Бомбею сразу узнал. Он услышал, как она спрашивала, куда Антон переехал. И он позвонил Антону предупредить. Ну да. Килька явно что-то затеяла. И что, Антон? Зассал. Все время трясся, чтобы, не дай бог, эти видео не всплыли, где мы Кильку пинаем. Ну это же типа буллинг. А он юрист. Ему нельзя иметь проблем с законом. Карьера нахрен сразу рухнет. Ну вот он и трясся, как желе. Бомбей пытался его в чувство привести. Ну, типа, это же Килька, ничего она не сделает. Просчитался. Мам! А есть что-нибудь поесть? А, вкуснота? А то бегаешь все время голодный. Кишка кишке бьет по башке, давай. Фантастические котлеты, мама. Конечно, конечно. Мама делала. Подвиньте. Они... Это домработница. Мам. Ну все, я молчу, молчу. Все. Ты же понимаешь, что она могла тебя убить? Пусть девочка, пусть обиженная, на ней уже 2 трупа. Присутствовать на задержании опасно. Очень опасно. Ты понимаешь меня, мам? Да.
Да, я понимаю. Тём, мне сейчас так приятно, как матери. Но как обладателю редкого дара... Мам, я тебя умоляю. Ну что умоляют-то? Ну смотри, два видения, два задержания. Это о чем говорит? Да о чем это говорит? Я даже думать об этом не хочу. И видеть тебя нелегально на местах преступления я тоже не хочу. А вот давай придумаем, чтобы было легально. Чтоб мой дар пошел на благо людям. Чтоб я могла официально заниматься расследованиями. Тём, не, ну подожди, ну так хорошо сидим. Тём, да. Тём. Спасибо. Ну а кто дать будет? Ладно. Раз увидит свои любименькие чистенькие кроссовки, отойдет. Тём! А у меня тебе сюрприз! Слышишь? Я тебя сейчас порадую, слышишь? Иди-ка...